Всем привет, сейчас я расскажу, как выполнять задание с майонетом. Переходим на сайт с майонетом, из-за того, что я в принципе уже все выполнил, поэтому я нажму на видео с YouTube. Все, мы переходим, и нам нужно первое, это стейк от токена. Мы переходим здесь, get at, обмениваем любую сумму, даже 0.05 подойдет, без разницы. И переходим, в принципе, дальше, ну, подтверждаем, тут табличка будет, подтверждаем также, и переходим в стейк от. Из этих шести нажимаем на него, то есть на любое, без разницы, выбираем, пусть будет вот это. Но я уже застейкал, поэтому я вам просто показываю. Здесь выходит окошечко, выбираем минимальную сумму, и стейком выйдет контракт потом, то есть табличка, которую нужно будет подтвердить. Мы ждем 10-15 секунд, даже 20 может, и выполнено это. Второе задание у нас будет, заходим в Earn, Liquidity Mining, выбираем тут только первое. Нам нужно застейкать именно Sol, а тут уже будет от токен, поэтому это не подходит нам. Manage Liquidity, вводим любую сумму и, в принципе, добавляем ликвидность. Также здесь Add Liquidity, подтверждаем табличку и все. Эти два задания будут выполнены. Если что, за третье задание cover я уже рассказывал. Про это видео у меня есть на канале видео. Всем спасибо, всем удачи.